Всем здорово! Ладно, послушаем реакцию на мой серьезный трек. Кстати, «Космоцветок» не самый лучший трек, который она выбрала, конечно, но тем не менее. Так, что в комментах пишут? Понятно. Сегодня мы будем слушать Мазелов, так я и не знаю, хотя мы уже с Илюшкой так близки, тем, что день и ночь смотрим друг на друга реакции. Да, и мало мы того, уже почти родные люди. Того, что мы это смотрим, мы еще... комментируем. Кто, кому, я ему стихи... Чё, блядь, отправляете смайлик трахаться в блять, вы ебланы? Там какой-то чел написал коммент «Тепло бабки». Ты чё, вообще ебанутый, что ли, блядь? Вообще еблан, блядь. Чё ты пишешь, нахуй? Он мне песенку... Так, реакционеры, начинать отсюда. Предыдущее не вставлять, если кто-то собирается перезаливать. Про мою книжку, которую я написала, для тех, кто не знает, выложила на Литрес. Бля, крутая книга, я говорю, мы всем чатом прочитали, у меня уже чат самый воспитанный на Твиче вообще. Смотреть на эту реакцию, скажет, опять? Может, у меня канал создан 5 лет назад для того, чтобы именно сейчас раскручивать свою книжку. Может, я бы ее уже давно закрыла, потому что серебряный или золотой век нашего рэпа это завершился, друзья. В смысле, блядь, он только начался, это я, блядь. Хочу сказать 100%. Все уже совсем не так, как было 3 года назад. Вот, но он помогает мне распространять. Позорим Илью, пишем. Бля, вы ебанутые, зачем? Мою книжку, я надеюсь, что все те, кто... Ебланы, блядь! Меня сейчас услышат. Сука, блядь, лишь бы эту хуйню не перезалили, пожалуйста. Тоже войдут на Литрес, где я ее разместила, скачают, поделятся с родителями, вообще сделают все возможное и невозможное, чтобы моя книжка увидела свет. Также напоминаю вам, что мы... Чтобы она увидела свет, нужно включить свет. Есть в Рутубе, а Максим есть на Дзене, где у него есть канал, и туда можно зайти и подписаться. Здорово. Ну что, космоцветок. Ну, много было комментариев с просьбой этой песенки. Но они про альбом говорили в основной массе. Не самая лучшая песня, конечно, моя. И мне обещали, она нормальная, что она будет приличная. Я вот знаю две стороны Илюшки Мазелова, и какая из них космоцветок, надеюсь, что белая. Погнали. Блять! Я не знаю, что сказать. Ну, да, окей, хорошая песня. Ну, не самая лучшая, конечно, там свидос не очень. На-на-на-на-на-на-на-на. Слово за слово по кругу водится и мой хоровод. Пару букв строится в слово, что строит мир для людей. Мои руки, как взгляд, очень холодный, но оборот теплый, как сердце. Не самая лучшая песня, конечно, но нормальная. Перемены лишь импульс, как песенки в плеере с искренности без. Хотел от мгновения листик, исписанный вдоль бит охуенный чем премис из текстов, что деньги лелеет. Не смею процессу мешать, это здорово, мусор впитается. Вот свидос мне не нравится на ней, свидос можно было лучше сделать. То есть, ну вот, справедливости ради, я ответственно, наверное, за все альбомы подхожу только к последнему, который сейчас делаю. Вот, к нему подхожу ответственно, потому что вот здесь, справедливости ради, не очень свидос. Землю и голову, но не нам. Абстракция самая верная формула. После сытости голод, но после дождика солнца и свет мы скитаемся в поисках формулы нового, но больше нового нет. Светика танца накроет мир плотными тучами, нет больше смысла бороться, но я продолжаю путь высобрать космоцветок, чтобы дети увидели солнце. Бля, кайф. После сытости голод, но после дождика солнца и свет мы... Бля, почему медведь такой сжатый? Вам, наверное, не видно, блядь? Ну, вообще, он какой-то сидит вообще. Я вот не помню, тут, по-моему, миньон был до этого. Скитаемся в поисках формулы нового, но больше нового нет. Светика танца накроет мир плотными тучами. Нет больше смысла бороться, но я продолжаю путь высобрать космоцветок, чтобы дети увидели солнце. Единив ряд элементы, что собраны с разных планет, я получаю доселе неведомый способ проникать в клетки. И мы всего пару капель на грудь, как водка. И как тогда не уснуть умно долго? Мой яд проникает так глубоко в голову, текстом и шепотом вторит. Бля, вот свидос бы получше, сука, охуенно была песня, блять. Вот свидоса не хватает здесь. Свидоса не хватает. То есть, типа, она пиздатая по тексту, она пиздатая по... на подумать, ну вот это все. Но, блять, не хватает сведения, типа, свидос не очень. Там сильный недуг. Все хотят музу подругу, ведь узы ее так сплетаются скоком, что узник становится муху. И заплетясь в паутинке, как жаль, ни один из родных ей помочь не спешат, но и здорово. Абстракция самая верная формула.
После сытости голод, но после дождика солнце и свет мы скитаемся в поисках формулы нового, но мне больше нравится. Нового нет. Светика танца накроет мир плотными тучами. Нет больше смысла бороться, но я продолжаю путь высобрать космоцветок, чтобы дети увидели солнце. Бля, вот я говорю, мне кажется, что у меня шиза, блять. Вот реально, ну потому что как вообще могут в одном человеке уживаться настолько разные люди? Типа, как вот. Реально, мне кажется, что у меня шиза, блядь, вот реально. Потому что у меня бывает настроение прям такое супер лиричное. Я такой, ой, ребята, сейчас, я типа мя-мя. А бывает, что я такой, ба-а-а. То есть я не понимаю, как это вообще работает, почему так, блядь. Мне кажется, биполярно. После сытости голод, но после дождика солнца и свет мы скитаемся в поисках формулы нового, но больше нового нет. Светика танца накроет мир плотными тучами. Нет больше смысла бороться, но я продолжаю путь высобрать космоцветок, чтобы дети увидели солнце. Ну, умница, что хочу сказать. Во-первых, очень было... Ну, вот после Бивиса и Баткина, которого я видел в Мазелове, вдруг оказалось, что... Ну, я, кстати, слышал его уже, а не одну песенку, это вторая приличная песенка, которую мы слушали. Вот, и поэтому я, ну, догадывался. Накроет мир плотными. Блять, я это думаю, чего кидали плотные, блять, я даже не понял изначально, вы про плотные тучи, блять. Чек превью next видоса? Какого, блядь? Наверное, все-таки хорошие песенки, он тоже. Сука, лежит в ванной хуй. Блядь, если она его не включит. Фух, слава богу. Может творить. Ну просто настолько... Блядь, вообще шиза ебаная, прошу разный. Блядь. Илюшка, который там ржет в камеру и изображает из себя дебила. Чего? Кто, я дебил? Не понял. Блядь, смотри, скипнул. Кто, я дебил? Сейчас, блядь, посмотрим, кто из нас дебил. Сейчас, ой, ну, в смысле, ну я не это хотел сказать. Сейчас посмотрим, кто из нас дебил, блядь. Сейчас, блядь, ну я не это имел в виду. Сейчас посмотрим, кто дебил. Я дебил, блядь, да? Сейчас посмотрим. Кто, я дебил, блядь? А, я дебил? Или я дебил? Кто дебил? Что, я дебил, да? Ага. Значит, я дебил, да? Значит, я, да, дебил? Понятно. Значит, я дебил. Мне так еще никто не говорил. Самое время извиняться, реакция мамы. То, что вы сейчас сказали, это очень-очень странно. Спасибо за реакцию, да. Я не дебил, на улице вода. На улице дожди и на улице прохладно. И вы меня назвали дебилом. Сука, ну ладно. Да, я такого вообще не заслуживаю. Все знают, что я в мире самый лучший, настоящий, самый трушный человек. Нету таких песен, как у меня, и не будет целый век. Я очень классный пацик. Вы хотели бы, но вообще-то ко мне не доебаться. Так что не надо это делать в пространстве. Я самый крутой, я пребываю в прострации. На мой телеграм подписывайтесь, это очень круто и это очень классно. Да, у вас могут быть всякие разные мысли, но самое главное под пивасом. Когда я, у меня фристайл летит как надо, я вижу ваш канал, это ебать баллада. Это ебать как странно. А, кстати, это же... Да, блядь, все, я понял. Настоящий, я не знаю. Вот, ну, было как-то душевненько. И вот, знаете, сейчас, вот спасибо. Как, иногда слушаешь песенку, вот так думаешь, глубоко, вот такой какой-то вот смысл. Хороший. То есть вот атмосферой, да. Настроением, каким-то да. Там вот музыкой. Да. Все это вместе, оно да. Дает ощущение того, что песенка, ну, не просто так, а там да. Заложено что-то такое. Да. И вот... Как бы даже в атмосфере ты чувствуешь. Вот чувствую, вот понимаете, глубоко, глубоко. Поэтому, если кто-то вдруг не подписан, если кто-то ждет серьезный альбом, то вы можете прямо сейчас зайти в мой паблик ВКонтакте, MZ Live, между прочим, там музыка серьезная ходит. Зайти, подписаться, ждать музыки, потому что там у меня все музло. Вот, соответственно, если, ну и там можно на приватный телеграм подписаться, если кому-то интересны демки, хуемки, вся вот эта хуйня, потому что ебать у меня тут просто, блядь, ну вы бы знали, что там, это вообще пиздец. Там такое, ух, ребята, вот, блядь, вот вы бы знали. Раз про это. Вот, ну, чтобы понять, что он имел в виду, конечно, надо... Мудила, 70 рублей. Ура, реакция мамы. Надеюсь, вы с ней поженитесь, у вас будут мини-реакционеры с кривыми зубами. Бля, иди нахуй. Еще раз послушать, вот, но в принципе мини-реакционеры, поставлю-ка я... Илюшке Мазелову 10. Сюда! А вы, друзья мои, не забывайте скачивать мою книгу. И мои песни. Спасибо большое. Все верно. Вот это мне нравится. Можете и Даню пятерку.